В субботу 14 апреля в квартире на 13 этаже дома номер 78 по проспекту Ленинского комсомола произошел пожар. Сигнал на пульт дежурного пожарной части поступил в 19:00. По адресу было направлено 3 автоцистерны, и уже через 4 минуты первый пожарный расчет был на месте. По прибытии была установлена угроза распространения огня на соседние квартиры. Спасателей встречали сотрудники охраны жилого дома, предварительно задействовавшие систему пожаротушения на этаже. Пожарные эвакуировали 8 человек с 13 этажа, в том числе жильца загоревшейся квартиры. Мужчине на месте была оказана первая помощь медицинской бригадой. Пожар распространился и на балкон этажом выше. Через 8 минут силами подразделения пожарной части возгорание было локализовано. Причины пожара в данный момент устанавливаются отделом дознания.